Друзья, привет! Приветствую вас на канале. Сегодня хочу варить такой типа супчика, лапшичку, но не лапшу, а именно суп-лапшу. И буду использовать домашнюю курицу. Вот у меня половина курицы, ребят, домашней. Ну, как вы знаете, домашние курицы жесткие, поэтому сразу я ее отправляю варить. Заливаю кастрюлю водой и варю часа полтора. А дальше покажу, что мне еще понадобится. Ничего особенного в этом супе нет. Мне просто понадобится две картошинки, луковичка, морковка и макароны. Но в данном случае у меня, видите, звездочки будут. Будут звездочки, да. Ну и приправка хмели-сунели. Там перец острый, добавляйте сами по вкусу. Курица уже практически готова. Сейчас я ее достану, разделаю на кусочки и буду, значит, все ингредиенты свои крошить и добавлять по очереди. Я не делаю зажарку. Почему не делаю? Ну, если бы у меня была постная магазинная курочка, может быть, я и делала бы. Но так как у меня курица домашняя, бульон довольно-таки сочный, поэтому никакой зажарки я делать не буду. Курочка сварилась, варилась где-то час-20, наверное, вот так, половина курицы. И я что сделала? Покрошила мелко-мелко морковку, курицу только вытащила, сразу опускаю туда, в бульон, морковку. Смотрите, какой наваристый бульончик с половиной домашней курицы. Поэтому сюда морковку я отпускаю без всякой обжарки. Все, морковку опустила, также меленько крошу лук. Следом сюда же, видите, только начинает закипать, следом сюда же опускаю лук. Тоже не крошеный, не сильно крупно. И в этот момент можно посыпать приправой хмели-сунели. У меня приправы где-то приблизительно, ну, пол чайной ложки. Вот высыпаю всю с пачки, все. Пусть закипает и варится. И готовлю картошку. Картошку я тоже порезала, вот видите, вот такими маленькими кубиками. Вот. И после того, как у нас закипела лук и морковка, варю 2 минуты и затем опускаю наш картофель. Друзья, суп наш варится приблизительно 3-5 минут, как я запустила картошку. Теперь вот макарончики свои, я звездочки запускаю, но где-то, ребят, по-моему, около пачки. Ну-ка, давайте проверим. Я проверяю всегда на глаз. Ну, мало, мало, как бы жестковато. Я не люблю совсем пустой суп, ну, чтобы, конечно, не ложка стояла, но и пустой не люблю. Вот так. Ну вот видите, уже более-менее. Это еще мы засыпали сухие. Сейчас они разбухнут. И потом в конце еще добавим мясо. Не забудьте проверить на соль, как у вас по вкусу. Ну и варим макароны до готовности. В звездочке написано, надо варить 10-12 минут. Но мне кажется, 10-12 минут это уже перебор. Минут 8 для звездочек в самый раз. И как раз подойдет и картошка, и лук уже все дойдет. Вот, варим. Пока варятся наши макароны, я мясо отделила от костей и покрошила их. И высыпаю теперь, уже осталось где-то минуты 2, я высыпаю в наш суп. Вот. Ну, чтобы оно вместе все как бы перекипело. Сразу суп буду подавать вместе с мясом. Так как-то вкуснее и аппетитнее. Вот видите, уже становится погуще. Вот. Вот, через 2 минуты наш суп готов. Смотрите, друзья, какой получился красивый-красивый супчик. Обалденно вкусный. Я уже попробовала. Курочка. Ну, он, в принципе, такой легкий. Из домашней курочки, но вкусный, наваристый. О, от горячего у меня камера потеет. Вот так, ребят.
Ну, я себе налила погуще. Папа любит пожиже, я люблю погуще. Я не люблю пустую воду хлебать. На этом все, ребят. Было полезно видео, и если не жалко, поставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписался. До скорых встреч. Пока-пока. А подать супчик можно со сметанкой, а я буду есть с майонезом. И добавить зелень.